Россия, север и юг. Такое чувство, что это две разные страны. И вроде бы не возникает вопросов, что привлекательнее. Куда направить свой путь летом, чтобы получить больше здоровья, впечатлений и удовольствия. Среди нас есть те, кто делает выбор не в пользу выше приведенных аргументов, а добровольно отправляется туда, куда наши предки уходили, лишь в борьбе за выживание – на север. Когда сам оказываешься в Белом море, понимаешь, что слово «помор» обозначает гораздо больше, чем просто географию места жительства. Это был целый пласт культуры, сохранить который удалось буквально по крупицам. Одно из таких мест, где свято хранят наследие поморов – морской музей на Соловецких островах. В монастырские времена в этом здании слышался стук молотков, пахло свежей древесиной. Это был амбар, где делали и ремонтировали гребные суда. Здание недалеко ушло от прежнего значения. Оказавшись в морском музее, можно погрузиться в суровую реальность жителей этих мест и узнать, что же стоит за таким странным словом «помор». Надо представить, какому мужу требовался переселенец, потому что если в остальных районах России можно... Ну, если вы трудолюбивы, вы можете прожить со своей земли. А нас так иначе прокормят. Здесь жить натуральным хозяйством было невозможно. Но местные жители жили за счет промыслов, ходили в море, ловили рыбу, били морского зверя, продукты этих промыслов продавали, их же вырученные деньги покупали хлеб, покупали ткани, ту же самую, собственно, одежду, ту же пеньку для корабельных снастей. Когда приезжаешь на юг, словно попадаешь в смесь красок, запахов и звуков. А на севере все наоборот. Тишина, тонкий запах моря, а основные текстуры – только камень, вода и мокрая древесина. Кого-то может испугать тот покой, в котором здесь все пребывают. Но здешняя тишина не от отсутствия жизни, скорее наоборот. Ее не боятся те, кто способен в бесшумных водах Белого моря расслышать их мощь. Этот климат, эти места, образ жизни воспитывал определенный характер людей, которые здесь оставались навсегда. И мы хотим рассказать именно, о стойкости, о мужестве, о глубокой очень вере этих людей, населявших и сейчас живущих в этом регионе. Когда в старом амбаре появился морской музей, ему понадобились люди, которые могли бы быть проводниками в мир Беломорья. Тогда из Москвы стали приезжать студенты и выпускники исторического факультета МГУ. Для меня где-то в этом месте пересекаются там целый ряд вещей, которые мне нужны. То есть здесь есть работа, которая мне нравится. Здесь есть люди, с которыми мне приятно работать. Здесь есть храм, здесь есть потрясающе красивая природа, потому что я москвичка, мне очень в городе не хватает этого простора. И просто здесь собирается все то, что мне, в общем-то, нужно одновременно. Для нашего экскурсовода Люды это уже 7-й сезон. Ради Беломорья она даже сменила свою научную деятельность. Они работают по 2 недели. Это были изначально студенты. Сейчас эти первые студенты уже закончили аспирантуру, вышли на работу, но продолжают сюда ездить. То есть те, кто вот кому это понравилось, ездят сюда до сих пор. Ну, во-первых, это не первый музей, в котором я работаю в своей жизни. Поэтому могу просто сказать, что на самом деле очень чувствуется, скорее так, такое впечатление постоянного музейного работника, что ты очень ощущаешь атмосферу предметов. Нравится это или не нравится, но, наверное, у вещей действительно есть какая-то просто память сама по себе. И есть выставки, на которых работать невозможно. В общем, музеи, в которых вас выталкивают оттуда. А здесь выставка, она очень светлая. Здесь можно все рассказать на улыбке. И это очень приятно, когда можно рассказать какую-то тему, где у нас есть чем гордиться. И это можно рассказывать там не фальшивя, не натягивая, не сочиняя, а вот просто идти рассказывать. И у людей, которые приходят на выставку, очень часто, что у нас такое есть. Вот это изумление, это действительно очень приятно. Морской музей вполне можно считать живым. Здесь снова строят морские суда, которые имеют мало общего с современным кораблестроением. Трудно представить, что когда-то с этими же волнами поморы справлялись на сделанных без единого гвоздя и буквально сшитых вручную небольших судах, которые называются шняки. Здесь стоит корабль, это историческая реконструкция.
наш мастер, ну, собственно, технология шитья фактически умерла уже в 20 веке. Существовала до 20 века, использовалась, потом была просто вытеснена более дешевыми кораблями. Саму шняку делали в Карелии. Прошитая крепкими еловыми корнями, она словно из прошлого пришла своим ходом на Соловки, чтобы на несколько лет превратиться в музейный экспонат. Но корабль, стоящий всего лишь в нескольких метрах от моря, очень сильно напоминает большую рыбу. И так же, как она, не может жить без воды. Потребовалась команда людей, которая подготовила бы судно к плаванию. Владимир, сын моряка-подводника, не мог не приехать из Москвы, чтобы собственноручно не поучаствовать в этом. Ну вот мы, в общем, тоже там другие друзья подключились. И вот мы вот просмолили, починили и сделали выход, обошли вокруг Соловецкого Большого острова. Вот такая история. Мы укрывались пленкой, у нас плащи были, то есть мы вот таким образом спасались. Вот. Но, конечно, даже в таких условиях психологически это может быть для неподготовленных людей тяжело. Я-то привычный, как-то мне ничего страшного, а вот некоторым может быть, допустим, тяжело. И вот когда качка, постоянно дождь, ну, просто человек морально устает, может устать. Поэтому я и говорил, вот вы спрашивали, что от промышленников требовалось прежде всего вот эта вот морально-психологическая устойчивость. То есть они должны были быть выносливыми и психологически устойчивыми. Это вот самое главное, что в ходе эксперимента вот нам удалось выявить. То есть нужно уметь там в штилях поболтаться там день, два, три. Нужно уметь там на якоре, если буря, например, наоборот, на якоре отстояться за каким-нибудь островком. А вот здесь, допустим, если в осеннее время, то буря, там шторм может там длиться неделю, а то и больше. Когда удобное условие для того, чтобы приготовить еду, доски убираем и влажными, там, как я уже говорил, песок, камни. Разводим костер, и вот, пожалуйста, посреди моря стоим, и тут костер горит, мы делаем еду. На меня повлияло именно вот Белое море само, потому что именно здесь вот я чувствую, что вот оно действительно наше родное. И для меня вот эти исторические суда, почему-то я интересуюсь, опять же, вот поморскими судами, потому что они для меня часть культуры, они часть нашей русской культуры. Вот, тут все названия, все, да, все имеют наше народное обозначение. Опруга. То есть шпангоут, то, что называется в современной терминологии шпангоутом, опруга, ну, понятно, от какого слова, от слова там, упругий, да, то есть однокоренное слово. Матица, киль, да? Матица, ну, это мать основы корабля. Мне это интересно с точки зрения, во-первых, стихии и общения со стихией, то есть с морем. Во-вторых, мне это интересно, то есть судостроение историческое мне интересно с точки зрения эстетики, то есть вот, исторические суда, вот особенно такие, они очень, я думаю, вы согласитесь со мной, они очень красивы, то есть они как произведение искусства, ну для меня, я так воспринимаю это. А в-третьих, мне это интересует с такой историко-культурной точки зрения, потому что это часть вот нашей русской культуры, но которую как-то вот не всегда замечают, как-то все время как-то вот мимо немножко проходит. Почему мы так много говорим о небольшой поморской лодке? Внимательный взгляд сквозь века разглядит в ней душу помора. И его лицо, обветренное с лучистыми глазами, прищуренными от холодного северного солнца. Так что же было основой жизни этих простых, может, даже по нашим меркам, грубоватых людей? Глядя на предметы их быта, образ жизни, сразу же вспоминаются евангельские апостолы, которые были способны принять Христа полнее, чем умудренные книжники. Для Поморского региона характерно очень, очень крепкое православие, православные корни. Здесь было очень много старообрядцев, но даже православные здесь тоже воспитывались в очень суровых условиях, и только вера могла их подвигнуть идти все дальше на север. Вот именно об этом наш рассказ, и, конечно же, наш рассказ – это рассказ о Соловецком монастыре прежде всего, потому что это единственный морской монастырь в России. И, на мой взгляд, Поморы – это принадлежность не только к региону, это какие-то черты характера, о которых я уже рассказывала. То есть это вот, ну, какая-то выдержка, мужество, спокойствие. Не знаю, перечислять можно много, но вот, безусловно, это человек севера, и он по темпераменту отличается от человека юга. Я из Крыма, вот, и образ севера – очень образ севера. То есть у меня совершенно… Ну, как бы я воспитан
в другом пространстве, наверное. По-другому светит солнце, другие краски, то есть от зелени до там, синей воды. Тут нет волн. Вот, ну, наверное, где-то они есть, там говорят, что вот на каком-то мысу слышно, что есть прибой, но тут вот не слышно. То есть я привык, что на Черном море там накат волны постоянно идет, так далее. А тут море медленно там приходит, медленно уходит. Поменять Черное море на белое Антона подтолкнул еще один смелый проект морского музея – строительство яхты «Святой Петр». Я узнал дистанционно о том, что есть на Соловках такая верфь со строительством корабля. Вот, и я даже не знаю, почему. Вот, в разные годы, возможно, я по-разному бы ответил, как я попал на Соловки. Но вот сейчас я даже сам вот задаюсь вопрос, почему я так уже 5 лет или сколько приезжаю сюда. А последний год я прожил полностью здесь, зимовал. И осень и весна у меня была на Соловках. А после вот завершения вы уедете отсюда, да? То есть я надеюсь, что после завершения я уеду. Ну, в смысле, что я на моих глазах это произойдет, потому что у меня уже куплен билет на 1 августа, и я должен буду там через 3 дня уехать. И я надеюсь, я как бы все правильно просчитал и купил билет именно после того, как мы спустим кораблик. А сейчас вот пока он, видите, не очень хочет идти в воду. Яхта «Святой Петр» при спуске на воду по деревянному слипу проломила своей нешуточной массой несколько бревен. И сейчас главный вопрос для кораблестроителей, да и для всего морского музея. Удастся ли кораблю шагнуть в воду в тот день, когда все этого так ждут? Яхта, которая с виду выглядит как игрушечная, весит 25 тонн. И в отсутствие специальной техники команда строителей приняла решение пройти заветные несколько метров до водной глади с помощью силы самого Белого моря, а если точнее, силой его прилива. Воспользовавшись верхней точкой прилива, команда сейчас попытается сдернуть корабль с мертвой точки. Раз, два, раз, два, раз. На что способны силы Белого моря, вы узнаете в следующем выпуске.